16 новых комфортных школьных автобусов передал губернатор Приморья Олег Кожемяка представителям муниципалитетов края. Сегодня еще один шаг в улучшение обслуживания школьников. Мы передаем эти 16 автобусов. В целом, в течение этого года это 71 автобус, который поступил в наши приморские школы. И, безусловно, это безопасность движения, это качество, потому что они оборудованы всем необходимыми и тахографами, и системой ГЛОНАСС, которые позволяют в период, если остановки, вовремя принять все меры ремнями безопасности. Автобусы проходимые, российского производства, поэтому, безусловно, важно, чтобы дети были в безопасности и могли доставляться в свои учебные заведения с комфортом. Новый транспорт получили общеобразовательные учреждения Лесозаводского, Находкинского, Спасского, Лазовского, Пограничного, Тернейского, Шкотовского и Яковлевского округов, а также Красноармейского, Михайловского, Надеждинского и Спасского районов. Кроме того, транспорт получила Черниговская коррекционная школа-интернат. Анна Дьякова, новости на Восьмом.